Это, понимаешь, да? Да, это да, подарки для Тифа, который сейчас отдельно будет видео, как я их ей даю. Это, короче, ну это кот, это Хейли, да? Ну, наверное, да. Это я. Нажми на пузо. А чем это так вкусно пахнет? Это Клея Павловна. Тоже нажимай. А там разные, он слова говорит, да, разные выражения. Ну это ты, хоть говори, как ты ее зарядила, и бабочку. Она просто должна... По-моему, ты мне как-то мутно. Все виды удовольствия испытать, сори. Это Вель. Ой, это я. Хель, ты озвучиваешь, что это? Это ёлочка. Это чтобы я вокруг ёлочки. Так, можно, в принципе, развернуть и испытать, но можно и... Да, уже там, на месте. Да, на месте, я так понимаю. Так, это колпачки на каждого, да, нужно надеть? Колпачки на каждого надеть. Ну, это я тоже потом тогда сделаю. Мне почему-то кажется, видео будет мутным. Почему видео будет мутным? Не знаю. Пока на... Оператор такой пьяный. Это что здесь такое? А. Это каждому в лапу. Каждому в лапу. Ель, ты реально... В общем, вам там будет чем заняться. Да. Первые полдня именно этим будет заниматься. Чтобы сняли видео. Да, обязательно. Угу. Обязательно. Я так понимаю, надеюсь, все на этом хеле? Нет. Куда? Не все. Вот этот, да, вот поройся в розовеньком. Да, и посмотри, что там такое у нас. Это капец. Слушай, тут целый зверь. А, тут такая же фигня, которая шатает головой. Да, да, да. Это тоже зайчик, который будет любить, а, да? Угу. Наверное, там. Супер. Прикольно. А что ты не считаешь нужным, ну, как бы отбросить? Да, все прикольно. Это что такое? А, ну достань тоже, не знаю. Прелесть. Это на елку, да, можно? Можно на елку. Классно. Ну ты вообще, ты Дед Мороз, ты знаешь это? Ну да, хорошо. Буду знать теперь. Коты. Слушай, котов у нее теперь. Я просто в шоке. Сергой не имеет права посягать. Вот здесь, да. Вот это да, это из моих заначек. Оцени. Я же ценю, конечно. Зацени. Это капец, как приятно. Это я у себя на старой квартире обнаружила. Дракоша. Смотри, какой ржачный. Это просто супер. Вот это реально иллюстрация, как можешь. Ну да, мне кажется, да, по внешнему виду больше подходит. Да ладно! Смотри, какая мышь! Я сама забыла, что они такие, да. Это просто супер. В моих заначках были. Супер, супер вообще. Так, это сразу надо нам с тобой привязать. А, так, это буханка. Да. Бородинского московского хлеба. Я ее пока, естественно, в пакетике оставлю. Это пакетики, да? Ну, там потом я его разверну, да. Потому что я там его перезаворачивала заново. У меня же время было. Может, тогда не заворачивай, там и завернешь. И уже развернуть. Ну да, тогда надо рядочку рядом с ним положить. Да. Это капец. А как ты будешь все это делать? Выгонять ее, что ли, готовить? Да. Рассаживать. Она пойдет борщ разогревать. А, ну хорошо. Отлично. Отлично, Хеля. Это капец. А, там все, а вон тот, посмотри, это для вот Серго, это? Серго, да. Да ладно. Ну так, ну знаешь, вдруг ты захочет забрать все вот эти игрушки. Обалдеть, вот это киса. Слушай, мы не дадим себе этого, просто не отдадим, да. Ну, он сам заберет. Еще прелесть. Так, крыточка. Клевая. Мне дальше рыться, да? Ройся. Кстати, мне здесь надо написать что-нибудь. Да, давай ты напиши, а я напишу тебе. У меня тоже твоя открытка лежит, не подписана еще. Кстати, открытка офигенская. Вот это вот. Привет из Москвы. Одуреть. Слушай, я не поеду в Донецк. Ну, оставайся.
Завтра на лошадях кататься пойдете. Да. Ой, ты как. Ой, ну слушай, шоколадки тут охренеть. Вот это я понимаю, шоколадки. Вот это. Ну, московские конфеты. Определенно две сумки будет. Сейчас я, короче, все это буду аккуратно упаковываться. Это вообще мега дур. Это килограмм 5, что ли? Ну ты чего? Ну не знаю сколько. Тут много. Ну не пять. Офигеть. Это что? Это все. Мне 5 лет. Привет. Давай сейчас хоровод. Начнем играть. Игрушки. А ты вот можешь этой крыской там она. Крыской, да. Да. Она на руку надевается. У меня есть подруга Тифа. Ей тоже годика 4. А на ртом умеет? Да, там тоже нужно 2 пальчика воткнуть. Слушай, ну, свет настоящий, ты смотри, на ртом умеет работать. Ручками помаши. Да. А это тоже надо? Их можно, да, их можно, да, пальцы туда запихивать. Просто потрошили, красавей. Подожди, а вот ртом какими пальцами работать? Ну вот смотри, у Аньки спроси, она это уже проходила. Она одновременно, короче, ртом руками не умеет. Она вначале ртом, а потом так руками. Ну ты. Привет! Я Тифа. Привет! С Новым годом! Это мое добро! Дырочки нету там нигде? Дырочки в кофе? Я ее, это Тифа. Это мои конфетки. Колпачки можно поделать. Колпачок, да-да-да. Ну вот. Слушай, Хель, это мега дурь. Вот это вот крыса, это все. Сейчас еще дракон разбухнет у нас, да? Да, точно, вообще. Это мега дурь. Что-то. Вообще, у меня. Хоровод водить из них не будем? Будем. Елочку соберем. Это елочку надо собирать. Слушай, это вообще. В общем, от вас тоже съемки будет. Видео. Да, я все это сниму, и говорю, надо завтра не делать батарейки купить и все это снять. Это вообще, реально, я себя так все не раз в детстве чувствовала. Это просто детство. А у нас оба, да, розовый заяц? Клево. Хели, ты чудо, ты Санта-Клаус, Дед Мороз, я не знаю, ну, все конечно, вместе сидят. Да. Ну все, передавай привет. Я за... Да. Привет Казине, да? Ну да. Кому? Оставшемуся члену Казины. Привет, Казина. Да, вот так вот. А что там, как ты в своем стиле говорит? Она же должна это без уважения, да, что-то сказать. Ну, попробуй. А как она без уважения? А как ты общается, у меня все вылетело из головы. Ну что, то она приходит раз в месяц, яркнет, да, что-нибудь. Что-то ну вот за 5 дней, я надеюсь, ты там, да, научишься. Да. Общаться как она. По-украински. Ну, хоть это, шо вы роботи уранцы? Ширли-мырли Украина. Добрую хоранку. Кстати, кто стишок еще обещал прочитать? Да, слушай, я еще нет, не выучила его никак. Не выучила? Да, надо его найти. Вот это по-украински, да? Я же его еще прочитаю. Слушай, у нас такой бабочка. Ты ее специально нацепила или мало? Да. Специально. Это реально ты. Вот только животик вот так вот. Еще надо сделать, а набить что-то. Можно чем-нибудь, кстати. Набить животик? Да. Что-нибудь засунуть сюда. Двойную ладошку вставить просто вот так. Ну вот. Да. И будет тыфуще. Так прикольно. Я внутри красобелки. Я думаю, ты Тифу заставим потом от имени мыши речь произнести. Кстати, правильно. У тебя же где-то на телефоне есть. Вот ты включаешь и ртом там имитируешь. У тебя же есть Тифина где-то там. Запись? Запись. Спокойной ночи там или что-то в этом. Отбой у меня. Отбой. Секунду. Так, все, скоро 10 минут будет, поэтому... Сейчас. Не, отбой там это очень такая лиричная песня, а вот веселая. Слушай, ну оргазм я не буду ставить, я Герман уважаю. Готовься. Вставай, вставай, станиски надевай, вставай, дружок, с кровати на горшок. Ой, я не могу. Вот как-то так. Ну все, я гашу. Да, пока.